Сотрудники администрации городского округа Люберцы провели встречу с жителями поселка Балластный карьер и ближайших СНТ. На повестке дня строительство новой дороги дублера Егорьевского шоссе. На встрече присутствовали и руководители проекта, которые ответили на вопросы о возведении дорожного объекта регионального значения. Тему продолжит Анастасия Кладинова. Выше наших жилых домов. Ну, тут и все это будет у нас в поселке. Все верно. Только жители частного сектора поселка Коренева обеспокоены последствиями строительства новой региональной дороги дублера Егорьевского шоссе. Новая трасса пройдет от Люберец севернее Егорьевского шоссе в районе деревни Кашерово и соединится с ЦКАД. Люберчан волнует вырубка деревьев и будет ли проходить трасса вблизи от жилых домов. Испугались, я скажу вам, потому что купленные участки на свои деньги, построены уже жилые дома, высажены деревья, заботы. И люди давно, уже многие старожилы с 95 года обихаживают эту землю. Они ее облагораживают, созидают на ней. И вдруг расстаться с этим, вот это было неведение страшное. Растерять и лишаться этого. На встрече жителям предоставили проектную карту и объяснили, что строительство дублера не предусматривает снос ни одного жилого строения в балластном карьере и ближайших СНТ. В границах населенного пункта расстояние от края дороги до домов достигает от 50 до 64 метров. На всем протяжении вдоль поселка трасса будет в насыпи высотой от 4 до 10 метров. Вот он, застройка. Ни один дом не попадает. Для сохранения проезда вдоль, получается, предусматривается вот эта подпорная стена для сохранения проезда вдоль, получается. Ну, по кругу. Да, 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 да. Ну, все как бы. Так, вот я почему говорю, то есть где бетонный завод у нас, где? Вот территория, кромки, вот она. Да. Вдоль нее тоже тут предусматриваются подпорные стены. У нас проектирование проходило все в соответствии с действующим законодательством. В настоящий момент завершается техническая государственная экспертиза проекта. Соблюдены все санитарные нормы. У нас проезжая часть от ближайших домов не ближе, чем 50 метров располагается. Тем более предусмотрены шумозащитные экраны высотой до 6 метров. Вот. Поэтому ни шума, никаких там газов, как опасаются жители, быть не должно. Сегодня мы собрали жителей, старались пригласить всех заинтересованных. У нас были с нами проектировщики, с нами были заказчики этой дороги. Максимально подробно разъяснили жителям, как будет проходить дорога, какие участки затронет. Сел он то, как написано на бумаге, если будет выполнено, да не забудут про овраги, то все вроде нормально. Собрали всех, кто ответственный, кто строит, проектировщики, администрация. И тогда все стало понятно. На любой вопрос было отвечено прекрасно и хорошо. Сейчас большую пользу я вижу от того, что опыляющий нас цементный завод будет от нас изолирован щитами пылезащитными и шумозащитными. И то, что будут люди добираться, а я, поскольку бабушка, и у меня внуки живут в микрорайоне Некрасовка, и бываю, часто туда выезжаю, вот эта логистика сохраняется, она улучшается, и это просто здорово. Все наши пожелания учтены. Я лично сама писала неоднократно письма, и поэтому очень радостно, что мы сейчас уже это невидение от нас ушло, и мы точно знаем и видели карту проекта. Общая длина автомагистрали составит 36 километров, а ее пропускная способность – 25 тысяч автомобилей в сутки. Дорога сократит время в пути от Люберец до ЦКАД с 1,5 часов до 25 минут. Начало работ запланировано на следующий год, а завершение намечено на 2027. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение.